В рамках проекта «Театральная карта Урала» инновационный культурный центр «Ирбитский драматический театр» представляет детский спектакль «Золотой цыпленок». Это увлекательная история о том, как лиса и волк украли курочку Рябу, чтобы она несла им золотые яйца. Веселая, поучительная сказка с хорошим концом приведет в восторг любого ребенка. Отправляемся в незабываемое путешествие со сказочными героями 20 апреля в 16:00. Возрастная категория 0+.